Удивительно, но Видновская баня старше самого города. Она открылась еще в 1954 году. После реконструкции снова распахнула свои двери в начале сентября прошлого года к радости своих постоянных клиентов. Анатолий Харламов посещает парную более 55 лет. Раз в неделю с обязательными беседами с друзьями после бани. В свое время занимался спортом по молодости. Ну и так привык. Это уже вот с 60-го года я до сих пор. Постоянно, регулярно хожу в баню. Отличие от многих современных банных комплексов в том, что здесь до сих пор топят печь дровами. Предпочтение отдается березе и дубу. Отвечает за рабочую температуру 90 градусов в парилке профессиональный банщик. Ну, береза, она плохой не бывает. Главное, чтобы не гнилые дрова были. Вот, хорошие дрова такие, видите? Они тяжелые, такие нелегкие, можно сказать. И не гнилые. Самое главное, чтобы гнилых дров не было. Особая гордость Видновской бани – это печь. В эксплуатации она уже давно. Периодически проводится профилактический ремонт. Лопнутые перед кирпичи вытаскивают, меняют колосники. То есть от большого жара колосники тоже прогибаются иногда. Вот так вот профилактику такую, как говорится, делают. Все для народа. Директор заведения Андрей Громов провел небольшую экскурсию. Показал раздевалки, помывочную, где для клиентов заранее подготовлены березовые, дубовые и пихтовые веники. Везде царит чистота и порядок. После парилки посетители могут посидеть в комнате отдыха. Как известно, во время банных процедур человек теряет много влаги, а значит, необходимо восстановить баланс жидкости в организме. Из всех напитков у любителей бани особенной популярностью пользуется чай. Кто-то приносит свой какой-то фирменный чай, который только он умеет делать с собой. А так у нас в бане есть кафе. Можно всегда и поесть, и попить чая. В кафе широкий ассортимент блюд русской, европейской и кавказской кухни. Днем здесь всегда можно заказать бизнес-ланч по доступным ценам. Сегодня баня – это не только помещение, где можно помыться по старой русской традиции, но и место отдыха для души и тела. По словам директора, стены городской бани за годы работы повидали уже не одно поколение видновчан. И мне, как руководителю этого предприятия, доставляет удовольствие расширять спектр и бытовых услуг, и не только их расширять, но и улучшать качество услуг, которые мы предоставляем в этой бане. Стоит отметить, что теперь нет деления на мужской и женский дни. Сейчас здесь одновременно работают два отделения. Дмитрий Книга, Владимир Андреянов, Сергей Ларин, Видное ТВ.